Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегакул, и сегодня мы с вами начинаем проходить игру Devil's Hunt. Это явно что-то интересное, эта игра меня заинтересовала, когда я увидел только первый трейлер, и вот она вышла. Важно отметить, что на ваших глазах превью билд до релиза игры, и некоторые проблемы могут нас сопровождать, но тем не менее я попытался сделать все, что мог. Тут даже есть русский язык по субтитрам, и я думаю, что все будет более-менее хорошо. Давайте начнем новую игру. Это хороший вопрос. Мы в каком-то как будто бы заброшенном замке, знаете, таком, где все каменное, все уничтоженное. И череп, и кровь, ну, естественно, куда же без этого. Мы можем лазать. Воодушевляет, что мы можем лазать в слэшере-то. Кругом разруха и глава первая. Город в огне. Вот это отдает Devil May Cry 5. Также в игре есть коллектаблы, но, насколько я понял, они не работают в этой версии игры. И, видимо, все это будет уже добавлено полноценно с там патчем первого дня, ну или, в принципе, когда игра релизнится. Вот это не очень. Везде демоны. Смотри, какой красавец. Внезапно. Наш персонаж знает, что... Окей, он умеет это делать, я понял. А ну иди сюда. Правый стик надо было нажать, наверное. Но мне, типа, не хватает времени, я слишком сильно их бью. Давай, добивание. Отлично. У нас есть какие-то способности, можно попробовать воспользоваться. Отлично. Так, ну, боевка незамысловата, в общем-то, да, это как бы это слэшер. Здесь ты просто нажимаешь на кнопки, и все вокруг умирает. Я вижу небольшие какие-то неточности с анимациями. Типа, мне нравится, как это визуально выглядит. Но вот то, как персонаж двигается, как-то меня не особо впечатляет пока что. А что это за город такой? Это как будто Европа. Я вижу некоторые проблемы с оптимизацией. Похоже на Европу. Не знаю, какой точно это может быть город. Ну да, здесь теперь не пройти. Надо будет при следующей встрече с противниками попробовать способности.
Вообще, конечно, было бы неплохо понять, что вообще происходит. Возможно, мы сейчас находимся в каком-то плюс-минус будущем фрагменте, и нас отбросят назад, забрав абсолютно все наши умения. Ну, как это обычно бывает в слэшерах. Ну, не обычно, но частенько. Мы... Не могу сказать точно, но мы демоны. И мне кажется, что всякий огонь подобного рода нам не особо опасен. Привет, красавчик. Попробуй-ка моего прикола, смотри. Опа! Так, а это что делает? А, это атака по всем, кто рядом. Между прочим, неплохо. А вот так вот? Блин, оно шотает мелких просто... Как нифиг делать. И да, ну, в общем-то, явно не сюда. Я как бы понял это, но вдруг что-то там еще есть. Но здесь, блин, произошло что-то масштабное, потому что в развалинах просто весь город. Ребята, вы очень зря появились, вы знаете это? Потому что я умею делать вот так. И вот такое вот добивание. Блин, мне нравится стиль главного героя, его вот рук. Именно. Выполнено очень симпатично, напоминает прототайп немного. Но как бы там это тоже сделано круто, здесь просто это более такая дьявольская тема. Какого именно кошмара? Мы испытываем кошмары? Но город реально, это вот прям какая-то, какой-то кусок Европы, типа, не знаю, Италии. Может быть, Германия. Well, опять это органическая красная дрянь. Ребятки, вы мне кажется, не поняли. Хватит, значит, надо остановиться. Ах ты, зараза, я хочу добивание сделать. Вот на этом. Так, ты все-таки хоть тут есть лог какого-нибудь рода? Нет, здесь нет лог какого-нибудь рода, окей. Ага. Так, мое здоровье вижу. А ну-ка. Так, а здоровье босса как-то не очень хочет, по-моему, падать. Ну, в общем-то, как и мое, на самом деле. Окей, да, я понял, ты умеешь так делать, хорошо.
это бесполезно с ним. Пока стоит, надо его по максимуму выбивать. Да, я на второй раз я на это не поведусь, даже не думай. Что, не нравится, тварь? Оно мертво. Оно просто, мать его, мертво. Что ж, ну, это было прям... Пока что все, что я вижу в таком Devil May Cry-овском стиле. Ну, на уровне, там, пятой части тоже, вот прям очень похоже. Там, первый босс-файт, он был примерно на таком же уровне, просто, ну, единственное, только он был поинтереснее, наверное. В плане лора и сюжета. Более осмысленный. You. 9:45, дом Дезмонда, Майами. Возможно, мы не были в Европе. А может, это все был просто сон? Друзья, семья и честный бой. Дезмонд, боксер, судя по всему, возьмите ключи от машины, отправляйтесь на работу. На работу боксера. И да, похоже, все, что происходило, это был сон? Или нет? Я пока не понимаю. В плане, мы проснулись, и, скорее всего, это был сон, но что-то мне подсказывает, что если это был сон, то... Скоро он станет реальностью. Слушай, ну домик-то хороший у Дезмонда, ты посмотри. Прям как хорошо-то. Спортзал, он хороший боксер. Много зарабатывает явно. Большой дом на него одного. С бассейном. Today's the day. Kristen's gonna be so surprised. Just hope she says yes. Ладно, не на одного. Но это сейчас не самое главное. И велик, и просто все, что только душе угодно, да? Везде гантели, просто по всему дому разбросаны гантели, абсолютно. Камин? Это не дом, это мечта. Ну ты посмотри на это просто. И еще и около... Что это, море? Дезмонд,
Ты уверен, что ты хочешь сражаться с демонами? Я... В плане... Ты просто посмотри на это. Подожди, а на работу мы отправляемся, извиняюсь. На катере? Это как-то так, мы на работу отправляемся, ну подожди. Блин, ну бассейн топовый. Как бы да, здесь два лежака, окей, ну мы хотим делать предложение. Очевидно. И судя по всему... Нет, ну блин, окей, у нас хотя бы есть катер, мы это знаем. Где выход-то? Начало такое в стиле, короче, пасткьюра. Там тоже была похожая история, связанная с тем, что главному герою снились кошмары. Но он тоже жил в достаточно таком хорошем домике. У него, конечно, похуже была ситуация жизненная, но тем не менее. Ему было весело в этом плане. И домик был хороший. И машина... Дезмонд. Что с нами станет? Пирс Энтерпрайзес. Где мы работаем? Я не понимаю, ладно, забей. Как бы, ну, Дезмонд, очевидно, боксер. Ну, судя по форме, судя по всяким гантелям, золотым перчаткам и так далее, мы должны... Ну, возможно, он в прошлом был боксером. Да, модельки в этой игре выглядят очень странно. А еще вот этот чувак... И вот этот чувак. Это буквально один и тот же чувак. Ладно, я понял. Это, конечно, непозволительно. Майами Дейли. Еще одна победа для Пирс Энтерпрайзес. Самый большой... Как это? Я не умею в русский язык. Компании, которые сдают жилплощадь в Майами. В общем, скоро собираются подписывать. А, ну точнее, типа станет еще, компания станет еще больше, если подпишет контракт на 800 миллионов долларов с неизвестным инвестором в среду. Как ожидают инсайдеры. Дальше непонятно. Когда-нибудь я вспомню, как это переводится, как это по-русски. Property developer. И может быть скажу. You finally decided to show up. Did you sleep well? Like a baby. Hey, listen, Cut the shit, Desmond. You want to come in here and joke? Take some responsibility for once, will you? This company, my goddamn company, is on the edge of bankruptcy. And that's on you. You and your dumb decisions! Me? Oh, no, no. You had oversight. You said it was a good deal, too. You were happy to sign. You knew the risks. But now it's not gone our way. It's my decision. It's me that gets blamed. Come on. I said that because I trusted you, Desmond. I gave you free rein because I hoped you'd learn something. I should have known it'd be too much for you. It was a mistake. And I won't make it again. Don't you think you're being a little dramatic? I should tell you to make this right. But I can see you wouldn't know how. And I think, I know, letting you try would just be another risk to the future of the company. It'd be like offering a soul to Lucifer himself. I'm just... So disappointed with you. If your mother was here, she'd do not do that. Don't you dare do that. Dare?
You know what? Get out. Now. I don't want to see you. Leave! Это была самая дебильная ссора в мире. Ну да ладно. Пока ничего не понятно. То есть вообще абсолютно ноль. My fault? My fault? Sure, yeah, okay, asshole. Sure, it's fine. Hey, whoa, you okay there, buddy? Easy. Why don't you don't break that thing? What's going on? You got the whole office asking after you. Where have you been? What's got you this pissed? Oh, hey, Henry. Guess. Richard, huh? Hey, take a breath. Save it for tomorrow. For the fight. Shut the fuck up. My father made... Look, I'm okay. You don't need to worry about me. I don't, huh? It's just the most important fight of your career. Will Kristen be there? Ah, I don't know. You know her, as she is about me fighting. And after what I've got planned for tonight, she's gonna be even more against it than ever. You'll be okay, both of you. Listen, I gotta go, so I'll see you there, champ. Лифт открылся, закрылся. Блин, я... ждал немного другого. Hi, baby. Hey, what's wrong? Is everything okay? Yeah, couldn't be better. Come on, get in. Carl's waiting for us. В плане качества я ожидал, ну, типа, я надеялся на что-то посильнее. So, why have you got me all dressed up? I was feeling kind of out of place tonight. Everybody else was in jeans, so... Come in. Let me show you the pier. Wow! How romantic. Kristen, I need you to know. You're amazing. You're beautiful. You're inspiring. You understand me. I love you for who you are and for who you make me want to be. It doesn't matter where I am. I know that by your side is exactly where I'm supposed to be. And I want to be with you forever. So, Kristen, will you marry me? Hey. Morning. How do you feel? Wonderful. Maybe still a little sleepy. You mind if I don't get up just yet? I took the day off. You did? When did... Wait, you knew? You're still going to fight today, aren't you? You know I am. I didn't train this hard to back out now. Are you going to your training room to practice your moves? Were my moves not practiced enough? Okay, okay. I love you. Yeah, I love you too. И мы сразу надеваем куртку, конечно же. Потренируйте удары, приготовьтесь к бою. Окей. Это я могу, только мне более комфортно, когда я отрабатываю движение, ну, на демонах. Ну, на самом деле, теперь я хотя бы примерно понимаю, почему анимация боя именно такая. То есть, да, мы как бы боксер.
И каждый наш удар, это, ну, то есть стиль боя Дезмонда, это, ну, это бокс. Поэтому, ладно, с этим еще нормально. Но это не отменяет того факта, что персонажи... Ну, ладно, я потом об этом выскажусь, короче. Я просто понял уже, с чем мы имеем дело немного. Ну, вот, да, вот, вот этот поворот машины сейчас о многом, типа, говорил. Подпольный клуб Майами, так мы... Так мы как-то не очень, по-моему, легально все этим занимаемся процессом. Откуда золотые? Может быть, мы теперь? Может быть, Дезмонд в прошлом был нормальным профессиональным, а теперь по какой-то причине вынужден по подпольным клубам шарахаться. Слушай, ну локации клевые, то есть в плане дизайна. Ну, оно пустое, я имею в виду не дизайна, а просто вот окружение, оно красивое. Пятницу. Великий бой. Фреш, этот, новичок против местного, короче. Голые кулаки. Как бы да, окружение сделано прикольно. У меня пока что единственная вот претензия, это к персонажам, к их моделькам, к их анимациям. Они типа очень странно работают. Focus. You got this. This fool's gonna go down like all the others. Конечно, проиграет. Ты свои руки видел? And now, ladies and gentlemen, it's time for tonight's main event. All bets are now closed. In a few moments, we will see which of these fine fighters Lady Luck is going to smile down on tonight. Will it be our hometown hero, Desmond, or the challenger from out of town, The Saw? Ну давай. Окей, окей, Миша, ты че? Блин, мне... А, я не умею уворачиваться. Да надо просто выпиливать его, не давать ему ничего делать. По-моему, у меня нет шансов. Это нечестно. First, I'm cleaning up the mess you made of my company, and now I'm getting your ass handed to you in front of all my friends and colleagues. The only good is your mother didn't live long enough to witness this failure. Sir, please step aside so I can do my job. You can talk to the patient when I'm finished with him. There's nothing left to talk about. You're going to be all right. Ice it and keep it clean. Dizziness should wear off soon. Who was that prick? That is my father.
побитый теперь. Но это было нечестно, он подрубил свои демонские способности, которых у меня еще нет. То он еще увидит, я ему верну это все. Desmond, shit, it's not what you think, okay? Where do you think you're going? Desmond, listen, okay? It's not what you think. You're dead, motherfucker! Что происходит вообще? Окей, я ничего не понимаю, что происходит. Ну, в смысле... Я как... Если честно, я как бы думаю, что на самом деле ничего не было. Он это специально сделал, ну, в смысле, он не мог сделать это не специально. Подожди, то есть у него что-то сначала пошло не так с отцом по отношениям, потом он проиграл бой, что-то непонятное явно произошло типа с его невестой, и он из-за этого решил, что все, как бы это та самая причина, по которой надо, короче, съезжать с моста. Что? That stinks. Where am I? What the fuck was that? I'm getting out of here. Here.
Просто руками. Как это убить-то голыми руками? Это невозможно. Окей, этих зомби можно убить голыми руками. Проблема в том, что я все еще не умею ворачиваться. Тут есть что-то своего рода контратаки. Прикольно. Блин, а здесь комбинации-то какие-нибудь есть вообще в плане? Или я буду всю игру типа бить одним и тем же? Ладно, у нас наступила третья глава «Преступление и наказание», я думаю, к которой мы с вами приступим уже в следующей серии. И пока что у меня очень смутное ощущение по поводу этой игры. Надеюсь, что потом как-нибудь что-нибудь разгонится и, может быть, будет за что зацепиться хорошего. Вот, но пока что все очень неоднозначно. Ну, а на этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. А мы увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.